Андрей родился в 2003 году. Андрей учится в 8 классе, любит такие предметы, как физкультуру, информатику и чуть-чуть математику. С 9 лет умеет играть в шахматы и готов сыграть партию с любым взрослым. Молодой человек мечтает стать поваром, а его любимое блюдо – пицца. Ну, берете молоко, яйца, дрожжи, замешиваете это все, муку, получается пышное тесто. Потом налажите там, что хотите, и потом в духовку. И вот вам пицца. Но, конечно, самой заветной мечтой является обретение семьи, о которой он говорит дрожащим голосом и со слезами на глазах. Ну, чтобы тебя любили и всегда обнимали, там, говорили чувственные слова. Одев большие боксерские перчатки, Андрей наконец-то улыбнулся и старательно с большой силой и ударами боксировал грушу. Как все мальчики, парень с удовольствием играет в футбол, ловит мяч на воротах, набивает его ногой, с ловкостью забрасывает в кольцо. Желаем Андрею поскорее найти своих родителей.